дождя – это главный закон. Когда в стране беспредел и все бьются за трон. Когда народная власть вся в руках богачей. Здесь главная ценность лишь деньги и власть. Когда у каждого есть здесь возможность украсть. Когда забыты понятия вера и честь. Можно все, а другим нечего есть. Возникает извечный вопрос: что же делать и кто виноват? Но ответ попутный ветер унес, возвращаясь. Здесь обещания власти, пустые слова.
жизнь. Мы слишком долго искали себя в темноте. Мы находились всю жизнь в каком-то призрачном сне. Мы постоянно летали в чужих облаках и превращали свои все сомнения в страх.